Ну и завершает короткую программу участницы из последней пятой разминки. Гвендолин Дидье, француженка, 22 года ей. В прошлом году 23, это ей исполнится в этом году, а пока ей 22 года. И в прошлом году она стала чемпионкой Франции, выступала на чемпионате Европы, правда, без особого успеха. Гвендолин Дидье справилась со всей прыжковой частью. Это уже немало, но еще недостаточно для того, чтобы высоко подняться. Дело в том, что, во-первых, прыжки должны быть достаточно сложными. Вот как мы видели у Лены Глебовой, был каскад 3-3, и благодаря ему она сразу же поднялась очень высоко и занимает сейчас, кстати, третье место среди всех участниц. Ну, кроме того, мы знаем, что кроме прыжков оцениваются все вращения. Это прыжок во вращение, комбинированное вращение, заклон. Оценивается дорожка шагов, комбинация спиралей. Ну и, кроме всего прочего, еще оценки за компоненты программы. Ну вот здесь выезд после этого прыжка был не самый лучший. Так что даже выполнение без падений всех прыжков еще, это важно, конечно, но еще ничего не гарантирует. Вот каскад 3-2 был. Ну вот не очень удачно выполненный заклон. Довольно сама фигуристка.
Думаю, она сейчас, не знаю, попадет ли она в первую десятку, скорее всего, будет и во втором десятке. Ну, за компоненты программы где-то в районе 5 баллов. За технику 26,5. Для нее это оценки совсем неплохие. Ну, девятое место. Все-таки она 46,26. Это место в первой десятке. Проиграла она...